Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Как часто бывает, готовишь что-нибудь вкусненькое из белков, а желтки остаются. И сегодня я вам хочу предложить очень хороший рецепт, удачный, проверенный пирог на желтках, либо кекс на желтках. Итак, давайте начнем нашу работу. Я всем желаю удачи на кухне! На мелкой терке натираем цедру одного лимона, либо апельсина. Только желтенькую часть, ароматную. Как раз тесто на желтках, оно желтенькое. И лимон придаст и красивый вкус, и цвет. А сейчас нарежем сушеный инжир. У меня здесь 80 грамм. Можете не добавлять, но я в этом кексе очень люблю сушеный инжир. Можете изюм добавить. И нарезаем на небольшие кусочки. Хвостики отрезаем, они нам не понадобятся. И нарезаем на небольшие кусочки. Готово. Я подготовила основные ингредиенты. Это 8 желтков. У меня по 133 грамма. Это растительное масло. У меня кукурузное. Вы можете использовать любое растительное масло без запаха. И молоко 133 грамма. А также сахарный песок и мука пшеничная высшего сорта по 267 грамм. Если я беру 6 желтков, то я беру по 100 грамм молоко и растительное масло. И по 200 грамм муку и сахар. Сюда же сахар, сюда же чайную ложку ванильного сахара, либо ванилина, щепотку. Щепотку соли для баланса вкуса. Минут 5-7 взбиваем до побеления массы. Масса побелела, сахарные кристаллики немного растворились. Собираем все со стеночек. И сюда добавляю 133 мл растительного масла. Немного взбиваем. Сюда же добавляем молоко и тоже снова взбиваем до однородного состояния. Сюда же добавляем лимонную цедру и сюда же добавляем 27 грамм крахмала кукурузного. Сюда же добавляем муку и разрыхлитель 17 грамм. Все хорошо смешиваем до однородности. Вот такая масса должна получиться. Долго не взбиваем. Буквально минутку-две. Все готово. Духовку включаем. Форма разъемная, но выстелила пергаментной бумагой. И боковинки, и основание смазываем растительным маслом. Хорошенько. Манкой посыпаю и боковинки, и основание. Либо панировочными сухарями. Будет очень красивая бархатная корочка. И не прилипнет тесто. Выливаем тесто. Форму. Духовку я уже включила на 170 градусов. Добавляем сушеный инжир. Он сейчас весь потонет. И добавляем 80 грамм дропсов, чипсов шоколадных. У меня темный шоколад. 25 минут будем выпекать при 170 градусах, а потом на 150 градусов и еще 20 минут. Включаем вверх-вниз. Отправляем в духовку. Наш кекс готов. Накрываем его полотенцем и дадим ему остыть минут 40. Час прошел и сейчас освобождаем от формы. Освобождаем от пергамента. И сверху обычный такой кекс я поливаю либо разогретым шоколадом, темным шоколадом, молочным шоколадом, либо белым. Вот так произвольно. Где-то шоколада грамм 30 достаточно. Если хотите, чтобы шоколад у вас не застыл и был мягким и нежным, добавьте немножко растительного масла. И сверху, пока шоколад не застыл, кусочки инжира. Очень красиво смотрится инжир. Посмотрите, семена видны. Посмотрите, какой он нарядный. Из простого кекса получился красивый пирог. Орешками пекан. Пирог получился очень ароматный, очень влажный, вкусный.
и пористый. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!